После того, как мы провели обвертывание, вот, сняли пленочку, повытирали салфеточками, то есть убрали салфеточку. Вот. Нет, это вот так станет, как раз когда лучше видно. То есть видно, да. Где у нас хорошая гиперемия выражена, усиленная микроциркуляция. Станьте немножко вот так. То есть видно. После этого вытираем салфетками, то есть, ну, я уже вытер их, ноги. Наносим. Послепроцедурный крем. Он еще будет удерживать наш эффект, то есть микроциркуляцию в этом участке, где мы делали обертывание. То есть после обертывания 4-5 часов не мыться, потому что вы будете заниматься своими делами. А крем дальше работает. Да, крем еще дальше будет работать. Три крема. Четыре даже. Еще усиливать дальше. И после 4-5 часов будет минус 1 сантиметр, да? Да. Как показывает статистика, то да. За слова и слова ты отвечаешь. Отвечаю. Все, отлично. Все это противопроцедурный. После. Мы будем против. То есть вот когда мы нанесли, мы еще сможем сделать легкий 2-минутный массаж, чтобы лучше усвоилось. Это самая топовая процедура нашей студии. Термоактивная фитнес-моделирующая программа. Да. Это, видите, даже еще название не могу запомнить. Да. Интенсивнее и эффективнее пока нет ничего. Это новая программа. На планете Земля. Рассчитана на мгновенный эффект. То есть сейчас как люди хотят прийти, чтобы сразу после первого сеанса все было хорошо. То есть мы максимум сократили время. То есть желательно делать его 2 раза в неделю. Совмещать с фитнес-моделирующим массажем. Да, это направлено и на моментальный эффект, и постмоментальный эффект, когда идет результативность и прогресс. Быстрее результата вы не найдете нигде. Это да. Ну и то, что классно, все биологические активные компоненты, которые находятся натуральные в геле, то есть эти процессы необратимы. То есть если есть там крема, которые намазали, через неделю все ушло, и опять проблема у нас, то это долгодействующие. То есть, если сгорело, то сгорело, да? Конечно, то есть ткани освобождаются. Красиво рассказываешь. Надо попробовать будет. Попробовать. Насколько круто это. Это да. Как самочувствие ваше? Все, на этом мы видео заканчиваем. Да. Повторите еще раз. Всем спасибо. Всего хорошего. Это была термоактивная фитнес-моделирующая программа. Спасибо.